Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Play. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И протяжении 5 уровня вы получите 50 тысяч, протяжении 10 уровня вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере. Также он будет в описании под этим видео. Ну что ж, пацаны, как вы помните, в предыдущей серии я обменялся машинами Майбах, обменял на Реску со своей доплатой в 2 миллиона. И в той же серии я купил себе номера за 500 тысяч, но их не ставил. Именно в этой серии мы поставим номера и прокатимся, посмотрим, будут вообще на нас игроки другие реагировать, типа вот РСК и так далее. Ну хотя их на сервере стало довольно-таки много, но все равно я купил себе эту машину. Ну как купил, обменялся. Я очень ее хотел, и теперь мой автопарк, грубо говоря, идеальный. Осталось только номера нормальные поставить. Давайте, как только я подберу какой-то номер, я продолжу, потому что номера практически все заняты, и придется долго выбирать какой-то нормальный номер. Короче, чуваки, я все-таки поставил номер. Да, это не full blood, это просто красивый номер, но мне кажется, довольно-таки символично выглядит. RSS 3 шестерки. Вообще, просто, мне кажется, по кайфу выглядит. Вот так вот теперь выглядит мой Карпас. Мур 3 семерки, К3 пятерки, Ах 3 четверки, Топ 3 четверки и РС 3 шестерки. Мне кажется, это очень круто. И, ну, просто нормальных номеров не было. Я хотел поставить номер сначала 3О778, потом 3О006, но эти все номера заняты, поэтому я поставил номер RSS 3 шестерки. Ну, типа RS6, ну, короче, вы поняли, видите, типа вот RS6 написано. И типа номера вот RSS 3 шестерки. Теперь как-то вот так выглядит. Давайте поедем на 8, не на 8 бит, а на Шан и посмотрим, что мне скажут игроки и сколько может кто-то предложить денег. Конечно же, я продавать не собираюсь, но просто интересно посмотреть на реакцию людей. Вроде бы я у пацанов спросил, номера нормальные, они сказали. Короче, подъехал я на Нашан, но всем пофиг на мою машину, и никто даже не подошел, не спросил, продаю ли я ее или нет. Ну, видимо, все уже, ну, спокойно реагируют на RS6. Ну, раньше их было очень мало, сейчас их, наверное, много стало, я просто не шарю, как бы. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с тогтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг, либо ударстах. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Итак, как вы поняли, у меня крашло. Я снимаю уже спустя пару часов. Сейчас у нас 2 часа ночи по МСК. И давайте продолжим эту серичку, так сказать. Посмотрим цены в тюнинге. Это самое интересное. Что я с ней буду делать, пацаны? Я пока что хочу поставить только нитро и все. Больше я с ней ничего делать не хочу. Винил я ставить, скорее всего, вообще не буду. Мне этот цвет очень нравится. Итак, смотрим. Азот стоит у нас 500 тысяч. Диски стоят 100 тысяч. Я диски точно менять тоже не буду. Но если свой пак поставлю, я бы поставил на нее хаманы. Черные было бы довольно-таки классно. Смотрелось бы. Ну, посмотрим, не знаю. Возможно, диски я все-таки поменяю. Итак, ускорение в топ. 3 миллиона 750 тысяч. Грубо говоря, 4 миллиона. Покрасочные работы 500 тысяч. Давайте я вам покажу, какие здесь вообще покрасочные работы. Так, первая покрасочная работа — это вот такой камуфляж, как стоит на многих машинах. Этот камуфляж, по-моему, везде есть. Я не понимаю, зачем на все тачки добавлять такой винил. Ну ладно, в принципе, не важно. Так, идем дальше. Здесь мы нажимаем отмена и смотрим. Еще один винильчик. Так, покрасочные работы. Вот такой вот винил есть еще. Стикер пак. Но, блин, ну тоже, ну не смотрится это на РС-ке. Реально, мне не нравится. Итак, и третий винил, в принципе, это вот такой вот. Вот это, наверное, самый красивый, кстати, винил из всех. Да, вот это, наверное, самый красивый. Но он какой-то непонятный. Вот этот переход какой-то дебильный. Смотрите, вот, видите? Вот как это... Это непонятно, короче, что-то вообще сделано. Ну ладно, в принципе, прибываться я к этому не буду. Хочу вам сразу сказать, что я просто винил ставить не буду. Я поставлю нитросик и, возможно, в будущем поставлю чип. Но пока что денег у меня нету. У меня вот, пацаны, 55 тысяч в банке мне лежит. 200 тысяч, все, это все мои бабки. Просто все бабки вложил в эту тачку. Поэтому, пацаны, сейчас будет туго мне житься, так сказать. Давайте выйдем, прокатимся еще. Что тут еще есть? Ну, ремонт у нее стоит, получается, 500 тысяч, как на всех... Ну, в принципе, дорогих машин. Сигнализацию я точно ставить не буду. Антирадар потом, кстати. А, да. Еще надо, короче, поставить нитро, получается. Вот, азот. И антирадар поставить. Все, больше я с ней, наверное, больше
ну, ничего делать не буду. Ну и потом в будущем, если бабки будут, поставлю чип. Все, вот все планы на эту тачку. Ну что ж, пацаны, думаю, на этом будем заканчивать. Было такой коротенький видосик, но показывать, в принципе, особо нечего, поэтому он и не получился длинным. Пишите, может, что поснимать с этой машины, потому что я, честно говоря, вообще не знаю, что с ней поснимать. Просто хорошая тачка, которая мне нравится, на которой я езжу, кайфую уже пару часов. Как бы вот такие вот дела. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, вводите мой ник, вступайте ко мне в Фому, подписывайтесь на мою группу, все есть в описании, пацаны. Всем пока-пока.